Привет, народ! Как я уже не раз говорил, вездеходов должно быть много, вездеходов должны быть разные, под любой кошелек, цвет и предназначение. В подтверждение этому сегодня на вторичке у нас выставляется вездеход Лесник М из города Онеги. Давайте посмотрим небольшой видеообзор от владельца вездехода, узнаем о его характеристиках, о каких-то доделках, доработках на машине. Ну и просто увидим его, чтобы иметь представление. Поехали! Снегоблатоход Лесник М, выпуск 2016 года. Длина 3700, ширина 2300, высота стендом 2600. Грузоподъемность 500 кг, на слабонесущих грунтах и воде 300 кг. Снаряженная масса 1250 кг. Количество пассажиров 3-5 человек. Максималка 50 км в час. Минимальная 2 км в час, на воде 2 км в час. Установлен двигатель Kubota дизельный 1120 кубических сантиметров, крутящий момент 86 ньютон-метров, мощность 33 лошадиных силы. Также в комплекте с вездеходом продается прицеп на шинах сверхнизкого давления заводского исполнения. Заднего моста. Первый раз еду на этом вездеходе, пока еще не знаю, как что работает, вот так, да, с блокировочками выехал. Хорошо, что есть блокировочки. Блин, вообще не шутя. Thank you.
Поляна любви. Всем привет, дорогие друзья, подписчикам YouTube канала Герасим Шерп. Герасиму отдельный привет. В общем, имеем вездеход Лесник, Лесник М, тентованный, 2016 года выпуска. Все стандартное, как сказать. Дополнительно поставлено пневмоблокировки. Мы сейчас только что ими воспользовались. Отличная вещь, отлично, нас выручила. Ну, лебедочка стоит. Что еще из допов? Из допов различный тюнинг, различные багажнички, канистрочки. Что имеем? Имеем внутри данного вездехода двигатель Кубота, турбированный, в отличнейшем состоянии. Вездеходик новый, 89 моточасов накатано всего лишь. В особо дебри никуда не ползал. Ездили так на охотку, на рыбалку немножечко. Вот. Продается он вместе с прицепом. На таких же шинах низкого давления. Имеется прицепчик еще к нему. Вездеход на самом деле классный. Себе бы его оставил. Но у меня есть другой вездеход. Шины трековские 1350 на 700. Центральная подкачка этих хороших шин. Спускаем, надуваем. И везде мы проезжаем. Как и говорил, запасные канистры, чтобы взял топливо, так взял, поехал куда-нибудь в дебри какие-то непонятные. Транец. Спальные места раскладывающиеся. Для, чтобы колесики не крутить. Тут устанавливается лебедка зад-перед, то есть в розеточку втыкаем. Спереди перенесли ее, поставили сюда. Назад выехали. Все управляется с панели. Тент. Тент снимается, можно летом, когда жара, хочешь купаться, тент снял. Давай нырять с вездехода туда-сюда, туда-сюда. На крыше багажники стоят, дополнительно установлены, чтобы грузу взял, так взял. Вездеход заводского изготовления, в Вологде их собирают. Если интересно, данные наши будут оставлены ниже. Вездеход, прицеп, классная штука, много-много удовольствия и возможность бывать там, где волки срать боятся. Ну что ж, вот такой он вездеход Лесник М. Кубота, блокировки, 1300 резина. В принципе, для своих задач, для леса, мне кажется, хорошая машина и будет служить верой и правдой охотникам и рыбакам. Стоимость этого вездехода в описании. Контакт хозяина тоже в описании. Ну и, конечно же, вездеход ждет своего нового владельца. Всем спасибо! Пока!